Привет! Сегодня будем собирать птичку и цветок. Сначала нужно поставить вот эти вот сюда. Потом ставим вот такой зеленый кубик. И вот так. И потом нам нужно дойти вот до сюда. Потом начинается уже кое-что по-другому становится. Вот сюда ставим пимпу. Потом вот сюда лист. Потом вот сюда вот лист тоже. И вот сюда лист. Обратите внимание на их расположенность. Один туда, один сюда. Вот. Такая должна быть расположенность у них. Потом вот так. Вот что у вас должно получиться для начала. Откладываем. Теперь. Вот эти ставим вот сюда. Вот эти детали. Потом на следующую пластинку. На другую сторону. На вот эту. Потом. Вот у нас есть вот такие квадратики. На них. Ставим вот такую оранжевую пластину. Вот сюда. А на втором то же самое. Теперь берем вот этот круг. На него ставим вот так. Вот, посмотрите. Это вот то одно прицепили. Вторую прицепляем. Заканчиваем. А вот потом. Вот, смотрите. Это с одной стороны. Это с другой. Обратите внимание, что у нас получилось. Смотрите. На вот эту ставим вот такую красную пимпу. Смотрите. Потом ставим ее вот сюда. Теперь нужно еще одну вот такую сделать и еще одну поставить. Потом так, пока не сделаете 4 штуки. И ставите эти все 4 штуки. А теперь вот это. Смотрите, у нас есть еще вот такие детали. Их мы ставим. Обратите внимание, вот сюда. И вот как мы их поставим? Вот это поставим. Кончик должен к серединке. Вот, посмотрите. Потом. Ставим вот такие треугольники. Посмотрите. Смотрите, как они стоят. Они не к вот этим, а не к вот этим. Смотрите, у нас получился вот такой цветочек.
этот цветочек ставим вот сюда. И хоп, смотрите, какой цветок. Для начала у нас есть вот такая пластина. Потом у нее ставим вот такую деталь. Вот этот кирпич нужно поставить вот так. Смотри, у нас получилась буква Т. Теперь из этой буквы Т вот сюда ставим вот эти детали. Черные треугольники вот такие. Потом нужно поставить вот этот кирпич. Потом поверх него я покажу сейчас, что нужно поставить. Вот. Смотрите, цветок. Вот, посмотрите, что должно быть наверху. Вот здесь. Такая серая скошенная треугольник. Потом берем вот эти две пункты, скрепляем их вместе. Потом их ставим на вот эту пластину. А теперь вот этот треугольник мы поставим вот сюда. А вот теперь у нас осталось три детали, да? Вот эту ставим на вот эту. А вот эту вот сюда ставим. А потом вот эти две вот сюда. А, вот сюда же. Сначала у нас есть вот такая деталь. Кирпичик вот такой большой, прямоугольник. Его мы ставим вот сюда. А теперь вот такой же кирпичик, прямоугольник, ставим поверх него. Теперь нам нужно поставить вот такой скошенный треугольник. А за ним вот такой заборчик как будто. Видите, неровная. Потом, после этого, ставим вот эти два квадратных кирпича. Нужно другое. Потом нужно будет поставить вот опять этот скошенный треугольник. А теперь, смотрите, у нас есть вот такая деталька. Мы ее ставим вот так. И вот так. Вот это. Смотрите, у нас есть вот такая розовая пластина. Теперь вот сюда ставим вот этот вот такой треугольник. Вот, посмотрите.
теперь нам нужно вот сюда поставить желтый. А вот теперь вот тут в этом крае можно вот это поставить. Здесь этот розовый кубик. Вот здесь опять оранжевый. За ними ставим вот такую полоску. После этого ставим вот такой большой-пребольшой хвост. А после него ставим вот такие длинные треугольники. И вот это ставим вот сюда. Смотрите, как собирать крылья выйдет. Для начала ставим вот такую розовую полоску. На нее ставим вот такую гладкий треугольник. А теперь ставим вот такой треугольник прозрачный, оранжевый. Вот для начала, что у вас должно получиться. С другой стороны то же самое. Вот. А теперь для начала вот сюда. Теперь вот такой кубик с дыркой ставим вот сюда. А поверх этих двоих треугольник и кубика с дыркой ставим еще один треугольник. Теперь у нас есть вот такая. Вот такая кубик с дырками, вот так, двумя, чтобы на них что-то прикрепить. С пупырками. А теперь нужно поставить поверх вот этой. Вот эти. Маленькие оттеноченные вот такие вот кубики с пупырками тоже. Они для глаз. Сначала поставь. А вот теперь кладем птичку вот так на бок. И вот сюда приклеиваем глаз. Потом на другую сторону тоже приклеиваем. Ну, клюв мы, конечно же, не забыли. Как же без клюва птичка будет обойтись птички? Вот у нее клюв, знаете, из чего сделан? Если говорить о плитке, то у нее сделан клюв из рога единорога, то есть золотой морковки. А теперь делаем хохолок. Я вам покажу, как делать его. А теперь до этого нужно было поставить вот эту. Поверх. Вот сюда. Теперь вот так ставим. Это у нее хохолок. Как раз. Вот такая птичка у нас получилась. А теперь
Смотрите, вот у нас дерево есть. Вот у нас есть ее ноги. Ноги мы ставим вот сюда. И хоп, вот с этой стороны она вот так сидит. И она, если поближе, вот, она ест нектар. Вот, птица ест нектар. Цветка. По-моему, это колибри. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Вот я делала скамейку. Мы вам показывали ее. И вот, если вы хотите, чтобы мы показали, пишите тоже в комментарии. Пока! До новых встреч! Лайк и подписка!